Ты красавчик, ты красавчик. Что там, Васик, такое? Что там пахнет такое? Что за чемоданы тут, а? Да? Ты что, тут неделю все тихо, спокойно было. Тут приехали, раскидали вещи какие-то. Ходят тут, шумят, шуршат. Васика, не взяли с собой в чемодан? Привет. Быстрый обзор сделаю по шопингу. Что мы привезли с собой, какие купили сувениры и сладости для себя и для друзей. Значит, самое главное — валюта. А это чай, конечно же. Вот такие желтые пачки египетские. Вот черный чай рассыпной. Самое главное для меня лично и для моих друзей. Так, вот такая пачка 250 грамм. 2,50 в долларах, если буду называть цены в среднем. Доллар, евро примерно одинаково. Такие пачки. Это пакетики, 25 пакетиков той же фирмы в районе 2 евро. Цены все плюс-минус приблизительно где-то нужно искать, где подешевле, где подороже. Торговаться надо, конечно, в лавках в этих. Вот так, вот такой чай, значит. Ой, это кофе с кардамоном. Кофе с кардамоном мелкого помола. Очень вкусный. Я любитель, фанат. Как первый раз попробовал, так теперь пью все время. В районе 3 евро, по-моему, я покупал. Такие пачки тоже в районе 3 евро. Вот так чуть поменьше, эти в районе 2 евро. Финики в шоколаде разных сортов. Сейчас точно не скажу, что-то около 4-5 евро. Наверное, большие упаковки. Где-то 2-2,5 такие поменьше упаковки. Чай, кстати, вот этот, такие маленькие еще есть упаковочки по еврику. Тоже. Так, сладости восточные. Эти мы покупали в аэропорту за 3 коробки за 5 евро, по-моему, было, да? 3 коробки за 5 евро. Ну, качество, конечно, так не очень высокая. Ну и дальше по аптеке пошли. Зубная паста, тюбики маленькие, около евро, около доллара. Большие — 1,5-2 доллара, по-моему, зубная паста. Лекарства. Так, по лекарствам это отдельная тема. Покупала супруга, она знает цены, я не помню, сейчас буду уточнять. Вот полотенце. Что-то в районе 2 евро за штуку купили. Египетский хлопок. Хорошее качество. Разных цветов. Дорогое, это было до 3 вот эти коробки. Омега-3 вот эти витамины. Антибиотик по 2 евро. Коту понравились витамины, я смотрю. Запах не отпугивает, это уже о многом говорит. Так, это таблетки для сна. Дермивал. 20 фунтов. Где-то примерно 75-80 центов пачка. Зертек от аллергии. 34 фунта. Около доллара. Одна упаковка. Так, спрей от насморка, Насонекс, 104 фунта, это где-то 3, примерно 3 доллара или 3 евро, у нас раза в 3 дороже, наверное. Это парацетамол 1000, это вот недорогая была коробка, не помню, сколько стоит. У нас 1000 вообще, по-моему, не продается.
спазмофри таблетки от боли в желудке. Так, сейчас посмотрим. 20 или 31 фунт, по-моему, одна упаковка. Доллар, по доллару, короче. Кеталак от боли. Обезболивающий от головной боли, от температуры. В районе доллара такая одна. Так, это кларитин. Кларитин от насморка, горла, боли, глаза, нос. От простуды, короче. Кларитин от аллергии. От аллергии тоже. Нет, тут написано, ранен нос. Ну, течет нос, но это аллергия. Снизинг. Ну, от аллергии, да, вот написано, аллергии. От аллергии. Так, $2,5 примерно. Так, это были антибиотики от простуды, 40 фунтов, это примерно евро 20, евро 15, одна упаковка антибиотиков без всяких рецептов, 3 штуки мы взяли. Ну и витамины, витамины навмазали, конечно, ну ладно, сейчас зима впереди, витамины надо. Это было самое дорогое, наверное, среди всех этих покупок, витамин С, витамин Д. Для детей D3, омега-3, вот за эту кучу витаминов, наверное, около 20 евро мы отдали. Ну и, конечно, о чем я еще забыл, так это тоже чай, ну и сигареты. Сигареты в Египте от доллара до 3 примерно стоят, это так, как сувениры. Жвачки египетские, там копейки стоят вообще. Так, Басик уже выбирает новую экскурсию. Уже куда полетишь, Басик, в следующий раз? Куда ты там лапу поставил? Вот сюда. На Белый остров? Ой. О, смотри, не дает даже лапу убрать. И только туда полечу, все. О, Басик хочет поплавать. Плавание с маской ластами. Ой, Басик. Да, скажи, чуть... только попробуйте без меня опять куда-то улететь. Я вам покажу. Вот сюда, да, он хочет. Да, Басяндра, Басяндра. Остался здесь один, охранял дом. Я что, тут работать нанялся вам, что ли, дом охранять? Я с вами полечу, да, скажи, вот сюда, в пустыню. Вот, да, вот туда. Не забыли подписаться? Подпишись.